Давайте подведем итоги. Чемпионат, конечно, получился, наверное, самый трудовой из всех предыдущих. Ну, по крайней мере, по рыбе. Статистику мы все знаем. Рыбы поймано существенно меньше, чем в предыдущие годы. 10-е место. Кстати, одно предупреждение у них есть. Заняла команда Fresh Baits. Первая пойманная рыба на соревнованиях. Примерно через минут 17-18 после старта команда Трикарп. Китаев Иван, Почаев Тимур. За самую вкусную рыбу. Сом килограмм 15 в нем было, точно. Команда Карп Мьюзик Сарыгины. В личном зачете на 4-м месте у нас 161 килограмм, 980 грамм. Это самый высший улов нашего турнира, но тем не менее только 4-е место, поэтому мы, конечно, команде, поймавшей больше всего, даем отдельный приз. Это команда «Много рыб» Кривоносов-Голубовский. Бронзовые призеры наших соревнований в личном зачете. Команда Mad Magic 3. Игнатов Олег, Родзивон Алексей. Суммарный вес 141 килограмм 400 грамм. 23 хвоста. Серебряные призеры чемпионата Москвы 2013. Команда Carp Tackle. Мехтиев Исмаил, Искандир Олег. Суммарный вес 67 килограмм 680 грамм. 10 хвостов. Чемпионы Москвы 2013 года. Команда «Много рыб» Саможины. Рыба соревнований. Шевляков Игорь, Хлынин Евгений. Команда Carp Tackle. Бронзовые призеры. Сумма мест 13. Суммарный вес 213 килограмм 590 грамм. Мехтиев Исмаил, Левтадиев Олег. Филимонов Сергей, Тузов Константин. Шевляков Игорь, Хлынин Евгений. Команда Carp Tackle. Ерлыгин Горелов, Игнатов Родзивон, Воеводина, команда Mad Magic 3. Mad Magic 3.
Дружинин Дмитрий, Дружинина Виктория, Саможин Александр, Саможин Елена, Кривоносов Дмитрий, Голубовский Виталий, чемпионы Москвы 2013. А зачем ты собираешься? Там просто так. Флаг соревнования обсуждения. Чемпионат Москвы объявляется закрытым!